Нам написали в інстаграмі, що ми в Авдіївці заїхали до Федора Олексійовича. До дідуся. До дідуся. І от намагаємось зараз його знайти. Доброго дня. О, який він добрий. Коли ви бачили добрий день? Давайте вам допоможемо. Опа, опа. А ми вас іщемо, Федор Олексійович. Що ви? Що він там? Я ж говорю. Кажемо, що залишся назад, ми вам подамо. Ну так. Ну так давайте, я ж тут. Пустим. Не в руки стоїть. Федір Олексійович, а скільки ви вже там так живете? Так, а за вас внуки переживають, діти? Ну так що ж вони переживають? Возьмите, пожалуйста, еще вот фрукты. Ну, теплые. А что, выехать не уважаете? Куда? Да куда-то вывезут. Безопасное место. Так а лекарства какие-то есть? Вам что-то нужно здесь? А, нужно, так а что? А что нужно сделать? Вы хоть дайте мне это, если есть. Тут есть спазмолвон, а это просто обезболивающий, ними сила, желудка нету. Возьми, трохи утепления вам будет. Ой, спасибо, вот это да. Что там делать? Да я не знаю, что там завтра будет. Может, завтра русские туда пойдут. А я туда поеду.